Древние человеческие останки нашли археологи на севере Перу. Возраст находки более 3000 лет. Останки были захоронены между глиняными и каменными стенами индейского храма. Его возвели, возможно, 3800 лет назад. Руины находятся на территории провинции Виру в регионе Ла-Либертад. Находка 4 захоронений на такой небольшой территории говорит о том, что их здесь, вероятно, намного больше. Это пространство играло важную роль, поскольку люди хотели, чтобы их похоронили в храме. Ранее в провинции Виру археологи нашли глиняную стену, возраст которой оценивают в 4500 лет. Новое открытие позволит ученым составить более четкое представление о последовательности существования цивилизаций андских народов. Также недавно в Ла-Либертаде среди руин древнего города Чан-Чан обнаружили останки 11 человек, принадлежавших высшему классу общества. Эти люди жили 800 лет назад в эпоху культуры Чиму. В Перу много археологических памятников. Их возвели в периоды разных цивилизаций, включая Уари, Норте Чика, Чавин и Наска. На территории Перу также существовала могущественная империя инков.